Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Продолжаем анализировать и разбирать события фундаментального характера, смотреть то, как они влияют на финансовые инструменты и в связи с этим обсуждать наши торговые идеи, большая часть из которых носит долгосрочный характер. Сразу предлагаю перейти к повестке текущего экономического календаря. Сегодня у нас день пресс-конференций и довольно влиятельных чиновников, интересных для нас, потому что мы спекулируем валютными активами, за которые, в принципе, они ответственны. Это, прежде всего, выступление Марка Карни, который возглавляет британский регулятор в 16:00 по московскому времени. Мы сейчас об этом чуть подробнее поговорим. Но те из вас, друзья, кто внимательно следит за фундаментом, прекрасно помнят, что буквально на прошлой неделе, после заседания Банка Англии, когда у Карни была возможность выступить на суперофициальной пресс-конференции, мы получили много сигналов, указывающих на то, что политика Банка Англии будет становиться все более и более мягкой. И степень ее дальнейшего смягчения зависит от того, что в конечном счете случится с английской экономикой после выхода из состава Европейского Союза. По-прежнему ориентируемся на дату 29 марта. Это дата своего рода исторический такой водораздел, когда история для английской экономики, для Великобритании, скорее всего, поменяется. И мы, друзья, фактически свидетели этих изменений. После Карни наше внимание будет приковано к выступлению уже председателя другого регулятора, Федрезерва Джерома Пауэлла, который, конечно же, будет говорить о перспективах национальной денежно-кредитной политики. Но я очень надеюсь, друзья, то, что вы прекрасно знаете, что сейчас предпринимает Федрезерв, почему он так действует, почему с начала этого года его риторика существенно изменилась и какие планы будет строить дальше американский регулятор касательно изменения процентных ставок. Если по какой-то причине вы забыли, ничего страшного, я вам расскажу, поскольку это моя задача, друзья, и хорошо, что у нас есть возможность с вами встречаться довольно часто. Я считаю, даже очень часто мы с вами видимся каждый день и говорим, опять же, о том, что на финансовых рынках происходит интересного. Замыкать торговую сессию будет отчет от Американского института нефти, точнее, это уже торговая сессия среды. Говоря про московское время, 00:30 минут. Фактически завтра на брифинге мы уже поговорим о результатах отчета от API. Будем готовиться к данным уже от администрации энергетической информации. Ну и помимо этого, друзья, для рынка нефти на этой неделе достаточно триггеров, которые могут действительно привести к хотя бы повышенной волатильности. Это ежемесячный отчет от администрации энергетической информации, это доклад ОПЕК по тому, что происходит на рынке нефти, по тому, сколько было добыто и что в планах на по дальнейшему производству ближневосточного картеля. Кстати, сегодня уже этот отчет будет опубликован. Завтра, в принципе, то же самое будет делать Международное энергетическое агентство, только уже оценивая общие показатели спроса и предложения и оценивая активность производителей разных регионов. Это традиционные факторы повышенной волатильности. Я надеюсь, друзья, то, что эти факторы смогут помочь нам закинуть, забросить котировки нефти повыше к $65 за баррель. Это наша цель, она по-прежнему остается. Рынок флетит, рынок консолидации. Это не устраивает тех, кто привык к совершенно другим, более динамичным движениям на нефтяных площадках. Но, друзья, есть что есть. Работаем то, что сейчас на рынке уже сформировано. Надеемся на реализацию сценария того, что локально до поступления на рынок новостей о том, все-таки, как завершится торговое перемирие между США и Китаем, используем вот этот небольшой период, непродолжительный по времени, 2,5 недели, чтобы все-таки оказаться вместе с котировками нефти повыше. Вчерашняя торговая сессия довольно результативная для нас, друзья, потому что мы ставили на ослабление рисковых инструментов, мы ставили на слабость фунта, на
слабость европейцев, австралийцев, новозеландцев. В принципе, все довольно неплохо сейчас складывается. Единственное, что немного разочаровал доллар против иены. Он забрался к уровням, которые я не ожидал, но в целом мы особо далеко и не ушли. Говоря про текущие котировки по паре доллар-иена, это 110.60, и я уверен, что разворот все-таки произойдет. Что касается рынка нефти, 61.47 это закрытие торговой сессии понедельника, 61.89 сейчас, уже в одной мы подошли к метке 62, но уже не раз это сделали, однако нефть впоследствии все-таки корректировалась. К сожалению, друзья, как я уже отметил, мы уже больше месяца наблюдаем нефть Brent на тех же самых уровнях, что и в начале января. Сейчас, если попробовать охарактеризовать вчерашнюю торговую сессию, то, возможно, конечно же, были причины снижения нефтянки. Они, прежде всего, упираются сейчас в восстановительную динамику доллара. Здесь традиционная у нас логическая связка работает, поскольку стоимость на сырье номинирована именно в курсе американского доллара, то, конечно же, при определенных изменениях его обменного курса это находит свое отражение в показателях спроса и предложений, и, соответственно, влияет на ценовую конъюнктуру сырья. В данном случае, если бы нефть вчера бы просела еще сильнее, можно было бы полностью списать это на локальное укрепление доллара. Сейчас участники рынка, как я отметил еще в ходе вчерашнего брифинга, безусловно, ждут подробностей, ждут новостей, каких-нибудь комментариев по очередному этапу переговоров между США и Китаем, пусть и на не очень высоком уровне. Более-менее высокая встреча, скажем так, возьмем в кавычки, это не на уровне президентов, конечно же, а на уровне чиновников, ну, скажем, схожего практически порядка. Я имею в виду встречу, которая состоится в этот четверг. На ней примет участие министр финансов США Ларри Кудлоу. Будем ждать подробностей по тому, на каком этапе сейчас находятся переговоры. Надеюсь, что они прекрасно понимают, что рынку нужны детали, и в этот раз ими поделятся. Почему на рынке все-таки преобладает сейчас скепсис? Я думаю, что он даже связан еще с комментариями Ларри Кудлоу, которые были даны в ходе его интервью Fox Business на прошлой неделе, о том, что Китай и США по-прежнему находятся по-прежнему далеки от соглашения, в которое верят оптимисты. Друзья, нужно, наверное, для себя уже выбрать какую-то позицию. Я даже трудно предположить, представить, спрогнозировать в конечном счете, что в итоге мы увидим после того, как истечет торговое перемирие. Будет ли это соглашение, будет ли у нас повод говорить о том, что риски глобального характера постепенно начнут нейтрализовываться, нивелироваться. Я оптимист, скажем, во мне говорит, что шансы этого есть. Но есть и другая сторона. Это пессимист, который позволяет мне и даже вынуждает разделять позицию скептиков, считающих, что никакого компромисса не будет. Я предлагаю просто ждать, друзья, конец февраля. Сейчас то, как мы действуем по нефтянке, я уже обрисовал. Ни в коем случае пока что еще не продаем, рано сохраняем длинные позиции, их удерживаем, в принципе, уже очень давно. Рассчитываем на локальные катализаторы, их достаточно, начиная от ежемесячного доклада администрации энергетической информации, потом у нас доклад ОПЕК, доклад Международного энергетического агентства, завтра снова статистика от администрации энергетической информации по изменению запасов нефти на прошлой неделе, в пятницу Baker Hughes. В общем, на этой неделе нефтянка должна, конечно же, походить, и будем рассчитывать на то, что завершит она эту неделю выше текущих значений. Ну, хотя бы выше 63, там, 63,5, тогда там, совсем рукой будет подать, да, цели, ближайшей краткосрочной цели восстановления, это $65 за баррель. Дальше идем. Евро против доллара, 1.1275, все ниже и ниже, мои друзья, все ближе, ближе к цели в районе 1.10, 1.11. И сейчас, по мере того, как агрессивно снижается курс европейской валюты, многие инвестбанки уже пересматривают ориентиры и говорят то, что целью к середине 2019 года
снижение пары евро-доллар может уже быть уровень 1.06-1.07. Давайте пока дождемся все-таки теста 1.11. Я думаю, что те из вас, кто давно продает евро, наверное, будут довольны уже добраться до этого значения и уже фикситься там. Я, пожалуй, наверное, именно так и сделаю. Почему евро снижается? Я думаю, что комментарий излишний. Все предельно ясно. Понятно, статистика хуже некуда, бизнес-оптимизм, доверие потребителей, индикаторы общих рыночных настроений, показатели розницы, индексов активности в различных секторах, темпы экономического роста, ситуация на долговом рынке, параллельно такая кулуарная политическая, экономическая, но не явная бойня между еврозоной и США по поводу торговых барьеров. Я думаю, что мы довольно скоро вернемся к этой теме, потому что у нас фактически не будет выбора. И все это как бы опоясывает тематика Брекзита, которая довольно актуальна. Но это тоже риск, друзья, для евро, и, возможно, этот риск сейчас прекрасно реализуется. Мы вчера с вами говорили о том, что если фунт резко пойдет вниз, скорее всего, это будет связано с новостями по Брекзиту, и евро последует, в принципе, за ним же. Сейчас очень много на рынке можно найти статей, которые посвящены именно проработки детальный сценарий того, что произойдет с еврозоной и с ее крупнейшими экономиками в случае выхода Англии из состава ЕС на условиях жесткого Брекзита. Германия потеряет больше 100 тысяч рабочих мест, Франция потеряет около 50 тысяч рабочих мест. Я надеюсь, вы понимаете, друзья, что это значит для экономики с учетом тех экономических проблем, которые уже характерны, уже реализованы в рамках еврозоны. Европейский центральный банк готовится к очередному раунду ТЛТРО. Это еще один инструмент мягкой экономической политики. Я вас предупреждал о том, что он неизбежен еще, наверное, в середине 2018 года. Нужно будет поддерживать национальную банковскую систему. Это, ну, априори, друзья, это обязательно будет, потому что без этого экономика не справится, если, конечно же, Европейский центральный банк не готов закрыть глаза на еще большие потери экономического роста. Я думаю, что все-таки не готов, поэтому стимулы последуют. А про процентную ставку и ожидания того, что с ней будут, мою позицию вы прекрасно уже знаете. В данном случае еще и доллар, друзья, вчера поднажал на курс евро из-за роста доходности трежерис. Ну, не мудрим, в общем, здесь, а сохраняем короткие позиции. Фунт против доллара 1.2860. При этом вчера были снова комментарии по Брекзиту о том, что соглашения нет, с Терезой Мэй договориться практически невозможно. 29 марта в силе, готовимся к жесткому Брекзиту. Ну и потопил, наверное, курс фунта вчерашний отчет еще по темпам экономического роста. Квартальная оценка, это за четвертый квартал 2018 года, цифры самые плохие за последние 6 лет, по факту 0,2% в квартальном расширении экономики с показателя позапрошлого периода в 0,6%, годовой показатель 1,3, друзья, собственно, пересмотрен с 1,6, это тоже одно из самых худших значений за последние несколько лет. Все это отражает как раз негативное влияние политико-экономической неопределенности из-за Брекзита на экономику. Как и в каком настроении сейчас пребывают бизнес и потребители, мы это знаем, об этом не раз уже говорили. Промышленное производство просело, друзья, практически на 1%. Это признак того, что темпы экономического роста продолжат снижаться. На прошлой неделе мы помним оценку Банка Англии, которая пересмотрела экономический рост на 0,5% до 0, точнее, до 1,2 по итогам 2019 года. Но, уверяю вас, при жестком Брекзите темпы экономического роста просядут ниже 1%. Последний раз такие цифры наблюдались во времена финансового экономического кризиса 2008 года. Тучи продолжают сгущаться, друзья. Давайте быть реалистами. Фунт снижается, фунт находится на очень высоких уровнях, несправедливых и недостойных, опять же, с учетом такого фундамента. Поэтому ждем ниже отметки 1.28. Я думаю, друзья, что даже попробую забрать назад слова о том, что я буду фиксироваться в районе 1.2850-1.28, все-таки я буду держать ниже, потому что долго мы ждали этого снижения, и вот наконец-таки его сейчас получаем. Доллар иена 110.60, растет курс доллара на позитиве о том, что шатдаун
все-таки не состоится, растет на позитиве, связанном с ростом доходности американских облигаций. Вчера мы прибавили 1% по десятилеткам, 2,67 в итоге, почти 2,66 было вчера, сегодня уже с открытия. Мы также растем практически на 1%, приближаемся к 2,7, и, конечно же, такая ситуация на долговом рынке способствует укреплению американцев вдоль всего широкого рынка. По остальным инструментам, друзья, все без изменений. Я считаю, что нет смысла говорить об одном и том же. Вы знаете цели по австралийцу, вы знаете цели по новозеландцу. Пожалуй, завтра еще к брифингу подключим фондовый рынок, потому что давно мы его не касались. И, наверное, нужно освежить в памяти те ориентиры и катализаторы фундаментальные, которые сейчас влияют на фондовую секцию той же самой Европы и США. На этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Хорошей вам, друзья, торговой сессии. До скорых встреч. В данном случае, до завтра.